Торжественной церемонии открытия не помешала даже ветрено-дождливая погода. Скорее наоборот, уверены участники сбора. Природная ненастья – еще одна дополнительная возможность проверить свои силы и закалить характер, что наряду с повышением квалификации и является задачей учебно-методического сбора для молодых следователей. Программа семинара предусматривает именно проведение полевого сбора с молодыми сотрудниками, что очень полезно, так как именно, как говорится, на земле своими руками сотрудники подразделений Брестской области могут и прочувствовать, как выполняются следственные действия, увидев пример старших наставников, которыми будут выступать офицеры областного аппарата, ну и самим попрактиковаться в изъятии различного рода следов преступлений. Старт сбору был дан 23 августа. Продлится он 3 дня. Все расписанные и насыщенные теоретические занятия и испытания тесно переплетаются с практикой. Для 10 участников происходящее практически боевое крещение. Они недавно окончили вуз и еще не успели влиться в работу на 100%. А потому всему, что говорят и делают на сборе, старшие товарищи внимание уделяют повышенное. Как, впрочем, все молодые специалисты, для которых этот учебно-методический сбор первый. Работаю я в Ивановском районном отделе Следственного комитета с 3 мая 2016 года. Изначально работала я государственным служащим на протяжении года. И в июне настоящего года я получила первое воинское звание. Мне было присвоено звание лейтенант юстиции. На сбор приехала абсолютно с боевым настроем, потому что в таких условиях полевых я впервые. Думаю, это меня тоже закалит, потому что в палатке ночевать приходится не каждый день. В свою очередь, это будет сопряжено с получением практических знаний, навыков, совершенствованию того, что у меня уже имеется, потому что есть опыт практической деятельности. Есть и участники, которые на сбор приехали во второй раз, что, впрочем, не отменяет его пользы. Во время работы у молодых следователей появляются вопросы, и такие мероприятия дают возможность получить на них компетентные ответы. Уже отслужив 1 год практической деятельности, я смотрю немного под другим углом на занятия, которые сейчас проходят, и появляются новые вопросы, которые тогда не возникали, потому что не было еще, так сказать, опыта у меня. В целом, весь учебно-методический сбор, я считаю, очень полезен, так как здесь нарабатываются навыки, которые нам не преподавали в академии. Они максимально приближены к реальным условиям, тем, которые, уже приходя на работу, нам приходится с ними сталкиваться. Нововведением сбора образца 2017 года станет мероприятие в последний 3-й день. На пятницу запланировано проведение занятий, тема которых – особенности квалификации преступных нарушений правил охраны труда. Участие в нем примут представители Брестского областного управления Департамента государственной инспекции труда.